Добрый день всем! Меня зовут Ермакова Янина, и я арт-фотограф из Москвы. Что такое арт в фотографии? Арт, он очень такой многообразный, и направление меня и моей команды – это конкретно костюмированные, исторические, либо фэнтезийные съемки под ключ. То есть мы, когда создаем наш проект, мы сами подбираем, либо шьем на заказ платья, костюмы, возможно, иногда привлекаем зоокиперов с животными и создаем такие вот фотографии, похожие больше на картины. В связи с этим на конкурс, на финальный, я выбрала один из последних моих проектов. Это такой топовый проект по греческой мифологии. Я сейчас хочу рассказать именно про него. Это проект Горгона, наш топовый проект. Проект снят по мифам Древней Греции, именно сказания о титанах. Все знают медузу Горгону. Это такое чудовище со змеями в голове, которую Персей в итоге убил, отрезал ей голову, и от ее взгляда все каменели. Но есть альтернативные еще мифы, это сказания о титанах, где рассказывается предыстория медузы и ее сестер. Они представлены как раз на моей работе. По мифам о титанах, медуза с ее двумя крылатыми сестрами и еще тремя сестрами Граями, которые в дальнейшем стали бабками вот с одним зубом и глазом, которые они тогда передавали, помните, да, Персей их еще обманул, отобрав у них глаз. Они были шестью дочерьми титана Океана. Они были прекрасными титанидами, то есть Граи были девушки-лебеди. И как раз с проекта Граи работа была в предыдущем этапе у меня. И еще были три сестры Горгоны, которые были крылатыми титанидами, воинствующими такими. Они были воительницы. И медуза была самая прекрасная. Вот она у меня в золотом выделена как раз на фоне двух своих сестер. Медуза поспорила с Палладой, кто прекраснее и сильнее, и немножечко дала форы Палладе. На что-то разобиделась, прокляла ее и в итоге превратила ее вот в это чудовище со змеями. Но никто никогда не задумывался о том, кем же была медуза изначально. Мне хотелось поднять вот эту историю и, возможно, какой-то такой момент справедливости немножечко осветить. Поэтому представляю вам свою работу. Это фотография, отпечатанная на холсте, размером 90/76. Наслаждайтесь. По организации рассказать. Идея родилась вообще изначально вот из этой золотой короны, которую я увидела у одного мастера, который делает эту корону на заказ. Я ее выкупила на распродаже. И потом уже заказала две идентичные короны для сестер. Затем мы отшивали платье тоже под заказ у одной моей знакомой дизайнера. Платье ждали год по причине того, что у девушки очень талантливая, у нее много заказов. И, соответственно, мы были поставлены в очередь. Крылья нашли в прокате. Оружие нам тоже любезно одолжили. Украшения, аксессуары тоже сделаны у дизайнера московского под заказ. Под конкретные образы. Ну и, соответственно, все это сложилось. Вот такой вот потрясающий проект. Надеюсь, вы его оцените. И жду от вас фидбэк.